Рич, ты такой прелестный. У тебя такая прекрасная бородка и просто обворожительная прическа. Это все надо будет сбрить. Ножницы, это же очевидно. Третий раз подряд ты проигрываешь в эту игру. Короче, здравствуйте, ребята. Так как мужик сказал, мужик сделал, почему-то касается и меня тоже. Пойдем сделаем меня красивой принцессой. Самой красивой. Я взял с собой свидетеля, который будет меня откачивать. И иголой. Рамон отказался, сказал, я в этом не участвую. А я личный Рамона-заменитель называется, да? Рамона-заменитель. Пожалуйста, Рич Маквуд и Рамона-заменитель. Я боюсь. Я надеюсь, я буду красивым. Как ты думаешь? Понимаешь, когда сморщенный апельсин ужасен изначально... Ну, его можно разгладить. Ладно. Встретимся в Ольгале. Ноль абсолютный, да? Да, абсолютный ноль. Все, пути назад нет. Да, так оставьте. Ё-моё. О, так классно. Ты как вокалист Prodigy. Только очень старый и некрасивый. Ты же так гордился ими. Из-за тебя я начал бороду отращивать. И у меня получилось лучше. Поэтому я скажу дистанцию. Тебе решили отросток, чтобы выше шею убрать. Что так страшно какой-то. Все, теперь я могу идти в монахи. Новый человек перед вами. У меня странное ощущение. Я кепку чувствую головой. Это бред какой-то. Берегитесь, школьник переросток идет. Гигантский карлик. На самом деле это вот так вот трансформируется Рич Маквуд в Славика Одессита. Если чуть-чуть отрощить будет обратно. Привет, с вами Славик. Да, похоже. Сейчас мы будем запускать ракеты. Я сегодня иду за Левкой, и вот не уверен, знает он меня или нет, когда я его буду забирать из садика. Все будет страйк.